Дом на колесах. Добро пожаловать в «Дом на колесах». В этой серии Тим и его команда реставраторов успешно восстанавливают последний реликтовый трейлер «Беркли Стейтсмен». Мы посетим прекрасное итальянское озеро Гарда, увидим мастерство некоторых умельцев, и я преодолею свой страх при вождении трейлера задним ходом. Хотя Тим Митченсон не новичок в реставрационных работах, все же, когда он впервые приобрел двухэтажный «Беркли Стейтсмен» 50-х годов, то не совсем понимал, за что взялся. Ему очень помог его друг Роб Нортон и бригада мастеров. Они сняли кузов, переделали шасси, разбили старый кузов и перестроили его, обновили ось и проделали массу других работ. Здесь примерно 56. Начинает что-то вырисовываться. Все было довольно хаотично. Это пока еще стройплощадка. Много еще надо сделать, но я бы сказал, что проект на 3/4 завершен. Каркас заменен, внутренняя обшивка тоже, внутренняя конструкция там укреплена, кровати поставлены. И теперь мы занимаемся внешней частью трейлера. Именно тут мы могли допустить ошибку, которая могла проявиться лишь на дороге. Надо все сделать водонепроницаемым. Нужно убедиться, что все подогнано и прочно закреплено. Сейчас делают панели крыши. Основная часть деревянной обшивки уже сделана, кроме нескольких ключевых компонентов. На крыше довольно много изгибов. Невозможно изготовить деревянные детали такой же толщины, как остальной корпус. Поэтому столяры Джо и Кев сделали шаблон и склеивают полоски гибкой фанеры. Теперь вот тут. Хорошо. Затем после установки можно добавить большие листы фанеры. Их толщина колеблется от 5 мм над изгибами до 9 на элементах крыши. Это когда-нибудь потом можно использовать при устройстве второго этажа. В конце концов, все это покроют алюминием, огромный рулон которого ждет своего часа в кладовой. Мы вскоре вернемся, чтобы увидеть больше изменений у Беркли. Вы, наверное, помните, что я, как новичок в трейлерном деле, сделал важную вещь – записался на курс буксировки. Научившись балансировать груз и правильно делать сцепку, я даже поразил своего инструктора Тони своим умением двигаться вперед. Я был готов покорить самые страшные для меня движения задним ходом. Если вы не обладаете каким-то даром, тогда важным элементом являются зеркала. Если трейлер шире вашей машины, можете поставить на имеющиеся зеркала дополнительные. Но они не должны выступать больше 20 сантиметров со стороны трейлера. В первом упражнении по вождению трейлера задним ходом нет ничего особенного. Просто езда по прямой. Хитрость в том, чтобы внимательно смотреть на колеса в зеркала или на ту сторону, откуда появится трейлер. Если увидите, что они возникли справа, надо рулить вправо, чтобы выпрямиться. И таким же образом, если они появились слева, выруливать влево. Не торопитесь, контролируйте себя и вовремя слегка подправляйте, и надеемся, что никто не пострадает. Если не получается, не смущайтесь, просто выезжайте вперед и начинайте сначала. По возможности, лучше всего, чтобы сзади за вами кто-то наблюдал. И, конечно, если вы, как и я, то всегда можете обвинить их, что наехали на тент соседа. Овладев ездой по прямой, можно приступить к езде задним ходом с поворотами. Обычно проще всего начать с правостороннего поворота, в основном потому, что это со стороны водителя и получается лучший обзор. Даете задний ход, поворачиваете колесо влево, удаляясь от колышка. Это позволит трейлеру свернуть вправо. Когда увидите, что трейлер начинает сдвигаться в нужное место, выворачиваете руль в другом направлении. Это даст возможность скоординировать движение машины и трейлера. Теперь все, что надо сделать, это действовать по тому же принципу, что при езде задним ходом по прямой. Опять же, если что-то идет немного не так, остановитесь, езжайте вперед и попытайтесь снова. Чтобы объехать колышки с левой стороны, делайте то же самое, но в обратном порядке.
Прелесть занятий на подобных курсах в том, что у вас много места для практики, и инструкторы посвящают вас во все тонкости и дают нужные указания. Существует множество курсов. В моем случае это были курсы при трейлерном клубе. Хотя я занимался на довольно небольшом трейлере, меня заверили, что та же методика применима к большим двухосным моделям, и, пожалуй, с ними даже легче ехать задом. В Лондоне, как во многих столицах, кемпингов не очень много. Эббивуд на юго-востоке города – одно из немногих таких мест в районе Большого Лондона. Думаю, это место такое особенное, потому что тут оазис. При том, что если взглянуть на район, по которому вы сюда приехали, это близко к Лондону. Эббивуд расположен в районе Гринвича, в котором, среди прочего, находится шхуна Кати Сарк, Королевская обсерватория и Национальный морской музей. В Эббивуде, как и во многих кемпингах, количество дней пребывания ограничено. Здесь это 3 недели, и он предназначен для туристов. Мы бываем в комплексных турах, но также любим путешествовать в трейлере. Это дает вам свободу передвижения, будь то в Британии или за границей. Самое лучшее тут – это расположение около 20 минут до Лондона. Сегодня после обеда мы собираемся в планетарии. Вчера были в Леголенде, куда всего лишь около часа езды на поезде, и мы думаем посетить музей естественной истории и посмотреть динозавров. И вообще мы хотим увидеть все достопримечательности. Если вы собираетесь поехать в Лондон, надо запомнить несколько моментов. С ездой по центру города все в порядке, если вы не собираетесь остановиться, чтобы немного вздремнуть. Но не забывайте о плате за въезд в центральные районы города. Если вы не знакомы с Лондоном, легко заехать туда случайно, и с вас дерут огромный штраф, если вы не успеете вовремя заплатить. Поэтому все надо предусмотреть заранее. Также не разрешается ехать с трейлером ни по одному из королевских парков без разрешения министра. Не знаю, как вы, но я ставлю переговоры с высшими эшелонами власти на самый последний момент, и у меня трудности с получением ответа на них. Вы знаете, что это такое. Когда Berkeley Statesman впервые появился в 1951 году, в нем была довольно стильная обстановка. В основном из дуба. К сожалению, почти ничего из оригинальной мебели не сохранилось, поэтому Тим прибег к услугам известных ему краснодеревщиков. Из-за графика работа распределена между бригадой в его родном Йорке и другими рабочими из Лондона. Эндрю из Йоркской команды восстанавливает шкаф, сделанный десятилетия назад, даже до своего рождения. Разница между этим новым и оригинальным шкафом в том, что я укрепил дверцы, чтобы они не деформировались, как раньше, и также сделал соединение покрепче. Когда этот гардероб закончат, он будет стоять наверху в спальне. Тем временем в Лондоне Остин и Дрю заняты кроватями, буфетом и довольно симпатичным сервантом. Это было действительно великолепно, удивительно. Это штучная работа. Нам нужно было смотреть на снимки оригиналов в брошюрах и затем исходить из примерных размеров трейлера. Нам пришлось так делать. Это воистину ювелирная работа. Время, правда, слегка поджимало, но это восхитительно. Надо было помнить, что трейлер довольно легкий, а по проекту он должен выглядеть значительно тяжелее. Так что вся конструкция внизу кажется просто легковесной. И более того, она выглядит дороже, чем наружные компоненты. Сейчас я и мои партнеры не пользуемся такой методикой, и поэтому интересно узнать, как делали прежде. На самом деле здесь использовали такое, что мы смотрим и думаем, этим и правда можно воспользоваться. Далее в программе. Реставрация продолжается. Мы посетим кемпинг на озере Гарда. А еще мы побываем в семье, в которой есть велосипеды, и увидим изнутри трейлер. Тим Митченсон усердно восстанавливает уникальный экземпляр трейлера, двухэтажный Berkeley Statesman 50-х годов прошлого века. Одним из предметов, которые Тим надеялся спасти, была лестница. К
сожалению, она была изъедена сухой гнилью, и там гнездились мотыльки. Плотникам Джоя Кебова поставили задачу сделать новую. Используя оригинал как шаблон, они делают лестницу из фанеры. С помощью фрезы они обрабатывают поверхность боковых панелей, которые вставят лестничные ступени. Лестницы фактически образуют угол, и парни сделали нижнюю ступеньку отдельно. Отлично, ребята, то, что надо. В отличие от крыши, алюминиевые стены и панели поставляются в готовом виде, листами размером 8 на 4, уже прикрепленные к фанере. Они крепятся к каркасу силиконовым клеем, но, как видите, для установки нужно некоторые усилия. Сначала Тим хотел покрасить их, но потом ему понравился естественный алюминий, поэтому Кеву нужно заполировать все царапины. Одну деталь, сохранившуюся от оригинальной оси, сейчас можно будет вернуть на прежнее место. Я Тим Талмадж. Мы находимся в гараже Краунленд на перекрестке дороги Хайонга. Наш бизнес – это ремонт машин и трейлеров. Мы сидим в трейлере «Экоус Аристократ» 1936 года. Это четырехместная модель. Интерьер оригинальный, мы ничего не меняли. Все отделано дубом, все. Две дверцы шкафа открываются и перекрывают вход снаружи. Я знаю, что «Экоус» был одним из первых трейлеров. Я полностью не уверен, но считаю, что их начали выпускать примерно в 1914 году. Это модель 1927 года. Она небольшая, двухместная. Один экземпляр мы купили, наверное, лет 10 назад и отреставрировали. Насколько я знаю, других не существует. Это «Остин» 16 1930 года. Она потянет на прицепе что угодно. Знаете, они потащат любую машину. Я не прицеплял к «Остину» седьмому, так как они слишком маленькие. Да, это «Винчестер» 1929 года. Он был довольно потрепанный. Действительно потрепанный, когда мы купили его. Мы сняли крышу, отделали боковые стены, поменяли все, кроме пола. Здесь четыре кровати. На первый взгляд он не похож на четырехместный трейлер. В полу есть небольшое отверстие, идущее через днище, в которое при уборке сметали мусор. Есть керосиновая плита. Тут есть все. Это было приспособлено для четырех кроватей. Так оно и есть. Поднимаете спинку сиденья вверх, чтобы сделать койку, а нижняя часть образует вторую койку. Здесь все в основном так, как было много лет назад. Редко увидишь компактные фургоны. Насколько мне известно, их осталось всего примерно три штуки. Имейте в виду, что их обычно использовали во время отпуска. Часто видишь снимки этих фургончиков возле озера, где отдыхающие ловили рыбу. Но не думаю, чтобы в них жили больше недели. Мне всегда нравился такой отдых. Но действительно не знаю, почему я стал заниматься старыми трейлерами. Мы с женой немного поссорились, и она куда-то исчезла. Поэтому я с детьми и собираюсь пойти поискать ее. И это прекрасная возможность для нас испытать складные велосипеды. Готово? Я иду. Часто в кемпинге действительно полезно иметь велосипед. Но если вам не нравится велосипедная рама, тогда вам очень подойдут складные байки. Продажи имеются большой выбор, а мы рассмотрим три модели. Первая модель от фирмы «Велосипед в рюкзаке». Его так просто собрать, что это может сделать ребенок. Ведь теперь дети способны составить компьютерную программу и умеют общаться с видеомагнитофоном. Хорошо.
Итак, Эдди, во сколько мне обойдется такой велосипед? Около 180 фунтов. 180. А сколько это в евро? Примерно 240. 240. Это единственная модель в этом диапазоне цен? Нет, есть немного больше. У него есть передачи, брызговики и колеса чуть побольше. Нет, думаю, тебе, наверное, надо поехать на этом. Фрея, давай посмотрим на твой велосипед. Следующий велосипед, который мы осмотрим, годится для тех, кто повыше. Он может максимально складываться и стал обычным аксессуаром тех, кто постоянно ездит пригородным поездом. Их производит фирма Бромптон. И они стоят от 375 до 1225 фунтов. Ладно, какая разница между самым дешевым и самым дорогим? У самых дорогих имеется больше передач, фонари и брызговики, а у самых дешевых нет. И самое последнее. Прежде чем ты отправишься и наденешь шлем, возьми хозяйственную сумку. Так что, когда мы поедем, то сможем купить что-то к чаю для мамы, если мы вообще когда-нибудь ее найдем. Ты поезжай туда, а я пойду возьму свой велосипед. Будучи по природе спортсменом, я выбрал нечто такое, чтобы получить удовольствие от езды по бездорожью. Джоуи от фирмы Animal. Эту машину собрать немного сложнее, чем те, что мы видели. Именно эта модель стоит 695 фунтов. Но если вы азартны и хотите даже что-то большее, чем бездорожье, та же фирма также производит Black Rhino стоимостью около 2000. Так что я поеду и поищу их, и надеюсь, что жена появится. А если нет, ну и бог с ней. Мы все равно хорошо проведем время. Прекрасные страны для поездки на велосипедах и с семьей: Голландия, Германия и Дания, с множеством замечательных велосипедных маршрутов. Если же вы все умеете плавать, как насчет узкой дорожки рядом с французским Каналь де Эди? А если беспокоитесь о жене, то вот она, там, жаждущая свободы. Не волнуйтесь, я догоню ее. На севере Италии, вблизи подножия Альп, находится озеро Гарда, считающееся жемчужиной среди всех местных озер. Там вы можете найти кемпинг на выходные. Я Джулиано, менеджер кемпинга на выходные. Сам лагерь занимает площадь 41 тысячу квадратных метров. И у нас там 230 стоянок. Изначально на месте кемпинга росли оливковые деревья. Просто большие красивые оливковые деревья, они и сейчас там. Многие. Очень-очень старые. Очевидно, середина лета очень популярный сезон у семей по всей Европе. Но помните, с 31 июля по 31 августа минимальное время отдыха в этом кемпинге – одна неделя. Мы приезжаем сюда, в кемпинг на выходные, последние 8 лет, потому что нам тут нравится. Это очень хорошее место для отдыха у озера. Прекрасный вид на озеро. Можно использовать все преимущества озера и гор для езды на велосипеде, пеших прогулок, плавания. Место для лагеря само по себе великолепное, так как здесь прекрасный сервис в смысле развлечений для детей, потому что у них есть своя программа, позволяющая родителям и детям быть вместе и раздельно, и получать удовольствие. Мы были тут много раз. Природа здесь прекрасная. Здесь можно плавать. Погода в целом хорошая. В этом регионе среднеземноморский климат. В июле-августе температура достигает 31 градуса. Так что если вы предпочитаете хранить шоколад в бардачке, возможно, вам стоит подумать о приезде сюда весной, когда погода намного прохладнее. Для меня же самое главное – катер «Суитмен», независимо от времени года. План на сегодня – это положить утеплитель сверху на панели крыши и затем закрепить поверх него алюминиевую обшивку. Этим будут заняты почти все. В
Следующий этап – прилепить пленку по краю трейлера, положить на нее сверху утеплитель, уложить его, приклеить снизу и потом проделать ту же операцию с другой стороны. Вот так. Хорошо. Ну, что еще? Покрепче, ребята, разрежьте ее. Так. Думаю, она немного на тебя пошла. Так, прекрасно. Тим, опускай осторожнее. Да, я слежу. Мы прицепим трещотку на углах и используем ее на другой стороне фургона, чтобы натянуть потуже на угол. Надеемся, получится как надо. And hope that it'll give us the crease that we're looking for. Все бы ничего, если бы в воздухе не болтались 3,5 метра. Жду не дождусь, когда увижу это на крыше. И никаких лесов. Только что из Лондона привезли кое-что из мебели, и Тим очень хочет посмотреть ее. Настроение немного поднимется, если это встанет, правда? Похоже, да. Все должно подойти. Вот это да. Но раз это сдвигается туда, все нормально, очень хорошо. Очень хорошо. Коктейль-бар 50-х. Удивительно, да? Точно. Смотрите следующую серию, в которой команда наконец закончит реставрацию и отправится в путь. Мы также исследуем все за и против велосипедных рамок. Посмотрим еще несколько красивых мест и обследуем микрофургоны.